Севастопольцам расширили возрастные рамки для получения профессионального образования. Теперь получить образовательные услуги смогут граждане старше 50 лет. Соответствующее постановление в сфере занятости населения принято на заседании правительства Севастополя 27 февраля. Таким образом, в городе реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография». И первый порядок – это в отношении 44-го ФЗ, который Центр занятости проводит обучение. А это два недостающих положения – сертификат на обучение и компенсация работодателю. В принятом документе заложена возможность компенсировать работодателю транспортные расходы и стоимость проживания при проездах на профессиональное обучение сотрудников старше 50 лет в другие регионы России.